Так, ребят, продолжаем играть. Сделал я паузу. Вот вчера буквально начал писать видео и понял, что с самого начала не лучшая идея была записывать. Надо все-таки сделать какую-то паузу, чтобы более-менее как-то разобраться мне самому лично в игре. И только после этого уже можно комфортно играть и давать ламповость. В общем, незамысловатая задача сейчас — просто нафармиться, прокачаться. Я вот немного приоделся, пока разбирался с игрой. Все повыбивал с мобов, с вот таких вот. И основная задача... Давай, иди сюда. Нафармить немножко. Потому что... Увидел я там отличное такое копье, хочу себе прикупить, но стоит аж 4500. Не знаю, возможно, даже невозможно, скорее всего, его можно будет где-то выбить. Нравится мне с копьем, не знаю, я вот выбивал там меч, думал попробовать с мечом, но все-таки копье бьет подальше, особенно вот если будет длинное копье, то вообще будет козырно, как по мне. И буду пробовать именно с ним. Так, что это у нас? Не, это не трубач. Тут где-то есть трубач. И вот основная задача — убить сначала трубача, чтобы он не созвал всех. Потому что против толпы драться очень сложно. И сложно драться против копейщиков. Вот прям уж очень они хороши. У них большие щиты. И очень длинные мощные копья. Так, утекаем, утекаем. Давай, 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 там копейщик подбежал ко мне. Так, хорошо, уходим, уходим, уходим. Еще бы волка сейчас убить. Было бы просто великолепно. Потому что вот этого парня убивать сложно. Но, возможно, я вот нашел у них слабые места. Они во время атаки хорошо так открываются. И обратным кувырком... Ай, подловил, хорошо подловил, ладно. Так, давай-ка исцелимся. Давайте-ка попробуем его заперманить. О, так слушай, чё я с ними мучаюсь-то? Ну нифига себе. Я вот вчера сколько тестировал, но пиромантию я как бы не пробовал. Но, по-моему, весьма неплохо. Может быть, гораздо эффективнее, нежели исцеление. Так, болты. По поводу болтов, ребят, попробовал я арбалет. Какое же говно. Это жесть. Не знаю, кто с ними бегает. Возможно, мой арбалет был слабеньким, но открыл я его в здании круглого стола. И скажу вам, это, ну... Вот прям очень плохо. Мне максимально не зашло. Я пострелял с ним. Там очень смешной маленький дамаг. И я подумал, что ну его нафиг, и продал. Ну, вроде. Точно не скажу, продал ли я уже наверняка. Но, по-моему, я его продал вчера. Можно будет потом посмотреть. Тихо. А, ну, почти он сразу его убивает. Почти с одного удара. Если два раза сделать поджог, он умирает. Ну слушай, я почти зачистил. О, а к этому я не достал, к сожалению. Мана кончилась, мана кончилась. Утекаем. Так, надо там еще один, надо отойти. Так, 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 так. Что у меня там за фляжка? Хорошо. Давай ману. Хорошо. Так, я иду. Ты где? Так, а он что, со мной побежал, да? Ну, молодец. Давай этого тогда убьем быстренько. Тихо, тихо. Хорошо, так, иди сюда. Иди сюда.
Давай. Тихо, тихо, тихо. Видишь, какая у него атака? А если так? Ага. Попался. Да что ж, я одну в него, одну мимо. Блин, это плохо. Так, а у меня, наверное, не хватит маны. Так, слышу, 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 слышу кольчужный. Так, не помню, убивал ли я такого или нет. Не успею сейчас, не успею. Хорошо, отхилился. Еще больше потерял. Тихо, дай мне похилиться. Так, там где-то шарик. Давай быстрее. Тварь, боже, тварь. Его хрен убьешь. Как его убивать? Но я вчера убивал. Сейчас что-то не могу убить. Плохо. Привет. Не убил. Иди сюда. Ты где? А чушь! Ты должен был его спалить уже давно. Какого фига? Да как ты достаешь? Я не понимаю. Серьезно, вот просто не понимаю, как можно на таком расстоянии доставать. Так, где шарик? У меня и флях не осталось, да? Там маны уже нету, все. Печаль. Давайте попробуем его на скакуне завалить. На скакуне, в принципе, неплохо тоже бить атаку. Хотя бы мне будет проще уворачиваться. Так, смотри, он позу принял. Давай, иди сюда. Угу. Видишь? Но у нас как у нее идет дольше атака. Тихо. Ух, больно. Не попал. Не попал. Конченый щит. Ага, растерялся, да? Хорошо, прошел удар. Не понравилось. О! Он парировал. Печально. У меня мало ХП. Ага, иди, до свидания. Конечно. Хорошо. Так, а мы можем двойной прыжок делать. Прикольно. Все, я умираю. Ой. Последняя фляжечка. Ты прикинь, сразу встает в защиту и все. Что ты с ним сделаешь? Ага. Хорошо, еще один удар, и он умер. Если бы не вот эта его поза, я бы уже давным-давно его убил. Но так не получается. Собака. Вроде же и не босс, а убивать сложно.
Но как его можно убивать с таким копьем? Так, он чуть-чуть бы попал. Ну, на коне, конечно, поспокойней. Потому что когда ты против него бегаешь с его быстрой атакой. Ну, да откройся ты уже. Ну. Не, ни в какую. Ты представляешь, у него там осталось хп всего до ничего. А он просто не открывается. Зато по мне попадает просто прекрасно. И после попадания он, конечно же, открывается. И я умираю. Сволочь. Ну, ладно, это один из самых сложных, с которыми сражался, ну, кроме, конечно же, боссов. Но вот его стойка в щите, просто невозможно ее пробить. Как ты не пытайся, сейчас пойду заберу души. И обратно на них пофармимся здесь, но не будем, наверное, идти к нему. Или же попробуем попытать удачу еще раз с полными флягами. Главное, на мелких не растрачивать всему, но чтобы что-то осталось. И будем все-таки пробовать его поджигать. Кстати, не знаю, можно ли использовать пиромантию, когда ты на коне. Если можно, то это будет просто восхитительно. Душ очень мало, только 700. Это просто ни о чем. Так, ну вот с этими попроще будет. Ну, тихо. Ну да, попроще. Сказал он и умирает. Плохое начало. Плохое начало. Кто там еще загрелся? Еще тебя мне не хватало тут. Все. Задрали с вами мелочиться, блин. Кто там? Кто ты? Ну, ты простенький. Тебя легко убивать. Три атаки, ты их не сбиваешь. Просто ходом проходят и отлично. Так, опять ты тут. А он ПКДшный, наверное, да? Я думал, они рандомно появляются. Ну и куда ты утекаешь? Иди сюда. Оп. Хорошо. Кабанчик. А ты чё, тоже? Я думал, ты мирный. Хм. Ну ладно, заберем. За него все там 10 душ падает. Для нас это крайне мало. Копье стоит 4500, и нужно его как-то нафармить. А с такими боями, как у меня сейчас, то это плохо. Тихо, текаем. Текаем, опять этот пришел. Так, теперь еще и с дружиной, с помощью. Так, хорошо. Эту помощь я убрал у него. Так, 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 так. Фляжечку, пожалуйста. Угу. Так, ну попробуем поджечь. Давай, 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 давай. Вот, вот так вот нужно было. Или это не тот? Это тот или не тот? Это, наверное, обычный. Уж больно легко он помер.
Давай, ну чё ты? Да, давай, ни разу не попади. Молодец. Супер, ты издеваешься? Сейчас бы от таких типов умирать. О, боже. Откройте карту, чтобы понять, где вы находитесь. Изучите ландшафт и ближайшие постройки. Да, кстати, я тут вчера изучал мир. Одного прикольного босса нашел. Не представляю, как его убивать. А на болотах было просто безобидное яичко в воде. Ну, я же, конечно, захотел попробовать, посмотреть, что это такое. Убил я это яйцо. Что вы думаете? Оказалось, это не просто яичко. Как вылез оттуда во дракон? Я, конечно, офигел. И форт там зачищал вчера. Вот форт прикольный. И, ну, вот эта их серия ударов, вот этих сильных, это, конечно, нечто. Если ты первый не начинаешь, то печально все. А вот если ты первый идешь, то ты их не атаки сбиваешь. Да, иногда идешь в размен, но прям я не скажу, что критично. Тихо, не та фляжка. Вот мне нравится, когда ты с разбега идешь, как по мне, и дамаг больше летит. И он 100% умирает. Так что тут лута нету. Так. Осторожно, собака. Да, хорошая собака. Давай. Все, мы будем просто сразу же их поджигать. И не будем получится с ними играться. Но все же это не тот. Вот он. Тот, которого я прям... Мне сложно его убить. Вот. И все так же сложно его убить. И души я оставил не в очень хорошем месте. У него много хп, с ним нужно очень долго бодаться. И с той броней, которая у меня сейчас, это, мне кажется, просто нонсенс. Вроде и доспехи получше, конечно же, чем были, но для вот этих с ними нужно очень долго бодаться, нужно тратить на это время. Не вижу смысла, если за то время, что я буду с ним мучиться, я убью с десяток обычных и получу то же количество душ, что за него одного. Но там будет попроще и безопасней. Уходим, все, спасибо. Это все, что я тут хотел. Все, мне вы больше не нужны. Так, пошли дальше, ладно. Здесь все хорошо. Вот, кстати, конные всадники тоже крайне сложные, ребята. А хочу пойти болотами в ту сторону. Там мы еще не были. На болотах крабика встречал. Кстати, очень сложно убивается. Как вы понимаете, все, что сложно, я пока не убиваю. Потому что сложно. Вон, вот те ребята, что идут, патрулируют, мне нравятся. Вот это мой уровень врагов. С ними я бы с удовольствием бодался. Так, а дракон у меня тут? Не помню. А, да, вот, вот, смотрите, какой красавчик. Просто с бубенца, вон с того, как там бубенец. Вот с такого бубенца и он появился. Я вам говорю, это было так эпично. Хорошо, что когда ты убегаешь, они перестают агриться на тебя. И у тебя есть шанс все-таки уйти. Иначе все бы мои души плакали бы. А, говорят, что болото это очень опасное место. И здесь нужно быть очень осторожным. Так, комарик. Так, бедная черепашка. Так, хорошо, хорошо. Ну вот это ж та же самая хрень, правильно? Вот это ж получается то же самое его яйцо, да? Да, ну вот точно такую же хрень я, по-моему, тогда и убивал, и появился этот дракон. Или нет? Ну, по-моему, да. Или нет?
Сейчас будем проверять, не знаю. Так нет, а что это такое тогда? Они безобидные. Получается. Ну из-за них дается всего 13 душ, а что с них? Ядовитый цветок падает. Хорошо, будем знать. Я пока так бегаю по миру, ознакомлюсь. Нужно же понимать, если вдруг какой-то ресурс нужно будет для крафта. Так, что у нас тут? Точильный. Опа. А у нас тут засада. Ну давай. Ух ты, ух ты, ух ты, как вас много. Ух ты. Давай, давай, давай. Ух ты, вас реально много. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Давайте по одному, по одному, по одному. По одному, по одному, по одному. Давай, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Ну, блин. Он еще и встал сразу же, да? Супер. Обидно то, что кувырок-то я нажал. Но он не успел вернуться. Если бы пиромантия действовала ударом дальше, то можно было бы просто пользоваться ею. Фляги и пиромантия. Так, стоп, цветочек. Но она, к сожалению, медленная. Можно как-то ее в две руки поставить. Ну, будем пробовать сейчас. Хочу просто вот посмотреть. Возможно, без копья сама пиромантия будет быстрее юзаться. Комар, комар. Так, где тут мои души упали? Тихо, испугал меня. Ты что? Так. Это мои ребята, да? Нет, это еще не все. Вот мои ребята упали сейчас. Ну, классно ты используешь пиромантию. Ты можешь ее быстрее как-то использовать? Алло. И? Ну, странный парень, конечно. Я в шоке чуть-чуть. Использует, не использует. Использует, не использует. Ничего, сейчас мы их убьем. Так, давай обратно с копьем. Просто я взял пироманта. Если бы я хотел играть с копьем и мечом, то, естественно, я взял бы просто воина. Но мне захотелось привнести все-таки магии. Так, если я просто нажимаю, то это улучшается копье, оно начало светиться. Хм, типа заколдованное оружие. Угу, хорошо, давай сейчас будем смотреть, возможно так будет даже лучше. Есть у меня какое-то, получается, свойство заколдовывать оружие. Сейчас проверим. Возможно, влияет на скорость или добавляет несколько каких-то ударов. Так, что у меня за фляги стоят? У меня фляга на ХП стоит, хорошо. Ну, блин, я не скажу, что прям у меня тут много слез, но они пригодятся. Падаете, нет? О, падает, хорошо.
Ну, харе, 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 харе. Фляжку. А он не будет просто вставать, да? Или что? Или я что-то делаю не так? Почему он-то встал? Это бесконечный бой? Не понимать. Почему он постоянно поднимается? Ты чё, бессмертный? Тихо, тихо, уходи, прошу тебя, уходи. 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 Но почему ты светишься-то? Не, не понимаю, они походу бессмертные, да? Это бесконечно вечный фарм или что? Но тогда не вижу смысла. Понял. Смысл отсутствует. Зря только фляги потратил. Так, надо бы захилиться. Комар надо мной летает. Но зачем? Я же по тебе ударил. Да попади ты вверх, ударь. Фух. Голова гигантской стрекозы. Спасибо. Есть ли тут что-то интересное или нет? Потому что я там вижу что-то. Ага, краба. Значит, я там был. Хорошо. Пошли наверх. Вон там интересно, но туда сложно пробраться. Я до части верха дошел. Дальше, как по мне, непроходимо. Ну, непроходимо сейчас. В целом-то, конечно, проходимо. Но сейчас там проблематичненько это сделать. А спалить? Спалить? Не? Не? Не, ну, все. Пиромантия здесь, конечно, просто убогая. Сорян. Но так оно работать не должно. Слишком медленно. Смысл с пиромантией, если я убиваю его намного быстрее. Копьем. Какой-то хрен с горы. Сейчас пока самое эффективное это вот эти их фляги. Так, иди сюда. Ты у меня обычный, ты несложный. Так, хорошо. Ты еще на меня, да, заорился тоже со своим факелом. И этот подшумок. Ну, эти, конечно, ловкие, ловкие, очень быстрые. Так, фляги мне восстановила, хорошо. Так, но гиганты идут. С ними, конечно, нету смысла бодаться. Я думаю, сейчас их проскачем, да и все. Сейчас тут у меня всадник загрется, гиганты загрятся. Отстань. Не, не за... Нифига себе. А что такое? А почему они на меня не загрелись? Так, у меня там наверху парень есть. Трубач. Попробуем сейчас сначала его убить. Потому что он как
поднимет тревогу, то будет весело всем. Давай, уходи, уходи, уходи. Перекат, перекат, перекат. Иди сюда. Оп, оп. Так, отлично. Эту команду мы убили. Ну, не-не-не. Подожди, рано. Тут какой-то лут есть. Так, позолоченная птичья лапка. Так, дославится чародея. Так, пятна крови. Неприятности. Действуй. О, это сложно. Если бы не всадник, в принципе, очень даже да. Но из-за всадника, конечно же, нет. Потому что я всадника не убиваю. Проверено. А мелких можно было бы, конечно, попытаться порастаскивать. Что у нас тут? Ух ты! А что это? Убивает. Не ух ты. Очень даже не ух ты. Хороший цветок. Очень хороший. Нифига себе. Красиво. Красиво. И долго это будет? Как его убить-то? Там что-то есть. У меня одна фляга на ману и все. Ага, опять, да? Понятно. Сейчас молния туда увалит. Вот сейчас, наверное, можно его как-то убить. Уходим, уходим, уходим. Сейчас яд пойдет. Яд пойдет, 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 пойдет. Да. Так, ну, в принципе, слушай, мы его сейчас убьем. Главное не спешить. Просто терпение. Сейчас вот это все пройдет. Пойдут молнии, и можно сразу бежать на него убивать. Так, я готов. Давай. Я не ушел. Давай, 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 давай. Ну иди сюда. Этих мелких можно даже сейчас убить. Я такие уже убивал. Не понимаю, яд этот достает сюда или нет. Так, что тут? Ядовитые цветочки. Хорошо. А, они будут бесконечные, да? Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. Уходим. Яд, 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 яд. Уходим. Хорошо. Мелких убиваем. Да, ну, сейчас бы не попадать. Фу! Мясорубка. Все так хорошо шло. Так, а мне, у меня хп-то нету. Просрал момент, да? Обидно. Опять яд пойдет. Опять же, таким очень мало дамага наносит копье. Оно базовое. Если бы был побольше дамаг, мы бы уже бы убили его. Он что, ко мне достает? Серьезно? Давай. Ох, это я умираю. Это я, конечно, умираю. И-и-и.
А как так-то в то два раза подряд? А чё с ядом? Так, это я забрал. Хорошо, пошло. Ну все, сейчас мне нечем будет хилиться уже. Потому что маны нету, баночек нету. ХП у него много. Еще и яд постоянный. Как он сюда достает? Зона поражения, конечно, очень большая. Ну. Действуй уже, давай. У него так мало ХП осталось. Как и у меня, в принципе. Просто сейчас умру от яда. А, все. Просто от яда. Очень обидно. Так, кровавые пятна. Это мы знаем. Но не пейте флягу. У меня скакун стоял там. Так-то у меня скакун стоял. Так, пошли за душами. Если ХП осталось, то можно будет попробовать еще раз убить. Если не осталось, то, наверное, не будем очень долго. Или будем. Что нам еще делать? Надо же как-то. Да, класс. Вот сейчас этот садик на меня заагрится и будет долго-долго за мной бежать. Не заагрился. Хорошо. Так, где-то здесь, да? Да, отлично. Но будем пробовать на коне. Возможно, будет удобнее. Но атака будет медленнее. Это точно. Прям инфа 500. Ждем. Пошло, да? Да. Так, отравление, хорошо. Так, не, нас какое-нибудь дело не будет. Хорошо. Будем пробовать так. Вот эти мелкие сволочи. Куда ты идешь на меня? Интересно, ядовитый цветок это ценный или нет? О, это я сейчас умираю, конечно. Так, надо цветочки поубивать. Убиваем цветы, потом убиваем большой цветок. Ай, больно. Нету маны. Понял. Пьем фляги. Уходим. Там пусто. Можно пару ударов сделать. Блин, ну убил, убил. Все. В прошлый раз было получше, конечно.
Так, ладно, 2000 душ, плюс то, что у меня есть. Возможно, все-таки мне уже хватит на копье. Сейчас пойдем все продадим. Если хватает на копье, будет просто великолепно. Я думаю, с улучшенным копьем будет дамага побольше. И мы сможем расправиться и с парнем со щитом, и с парнем на коне, и с этим цветочком. Все, бегу, забираю души и иду обратно к торговцу. Так, только надо вспомнить, у какого из было копье. Вот по-любому с них же падает хороший лут, и душ должно быть много. Да, загрелся. Блин. В прошлый раз пробежал так же само. Вот скакун прикольный. Двойной прыжок — это просто супер. По идее, с помощью этого скакуна можно спуститься с любой горы. А где мои души? Не понимаю. Я умер здесь. А, вон мои души, да? Понял. Ждем. Надо зайти туда и забрать свои души. То, что по праву принадлежит мне. Я жду. Давай, 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 давай. Можно. Так, а что тут еще есть? Так, корона бедняка, да, отлично. А что, я могу здесь пройти даже? Ой, так, слушай, это просто отлично. А это что? Да, давай, осмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходи, 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 уходи. Хорошо. Слушай, так мы еще и залутались неплохо. Так, возможно, здесь еще что-то есть. Раз уж мы тут. Так, кто это такой? Ты кто такой? Ух ты, колдун. Ничего себе. Так, рябина. Колдун любопытный, но... Так, у меня тут волки. Ну, давай попробуем. Минус 2. Хорошо. Так, вот на таких захоронениях очень даже неплохо. Уже раз был. Тут очень много, рун. Сейчас попробуем их собрать. Так, иди сюда. Давай. Давай, давай, давай. Ну ничего себе. Так, уходим, 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 уходим. Уходим. Уходим, 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 уходим. Мне нужен хил. Так. И пока не потухло копье, давай посмотрим на разницу. Но оно уже потухло, пока ты пришел ко мне. Я пришел тебя убивать. Все, умираю, 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 умираю. Умираю. Уходим. Тихо, копье верни. Ты откуда тут взялся, слушай? Тебя же не было. Его просто тут не было, он взялся из ниоткуда. Так, белого волка я уже убивал в пещере. Тихо, уходим. Хоп. Светится копье, пробуем. Разница. Аж никакой разницы, я не могу попасть. Не, ну вроде дамаг-то больше прошел сейчас. А можно попадать как-то? Не? Слава богу.
Отлично. И фляги восстановились. Хорошо, так, а лута с них никакого, да, нету? Вот это, конечно, плохо. Не, с этих есть. Ну, тонкие звериные кости, они по 10 душ стоят, это очень мало. Но я знаю, ради чего я здесь дрался. Так, что у нас тут за руны? Так, бедняк, это мусор. Так, вот жителя окраин неплохо. Она будет подороже. Так, где? Где? Слышу, но не вижу. Так, нету. Что у меня тут? Так, житель окраин 2. Так, хорошо. Бедняк. Но трона бедняка, она и не стоит, по сути-то, ничего. 100 душ. Так, где-то слышу шарик. Ага, вижу. Все, отлично. Иди сюда. Не уходи. Но не упади хоть. Слушай. Так, что у нас там? Смотри, вихри, лес. В лесу, кстати, еще не был. Возле этого дерева тоже не был. И там еще не был. Блин, мир очень большой. Так, давайте на этом сегодня закончим. Я следующую сразу же пойду писать. Не хочу очень длинные делать. Так.